Блогер Александр Шпак провел бой против шоумена Никиты Джигурды. Схватка закончилась сенсационно. Шпак нокаутировал непобедимого Джигурду во втором раунде. Там Шпак, обратите внимание, пропускает апперкотчер, Шпак! И сам заряжает его! Вот этот висок! С первых секунд бойцы начали вступать в жесткие размены. На второй минуте второго раунда Шпак обрушил на соперника серию ударов, закончившуюся сначала нокдауном, а затем и остановкой боя. Таким образом, Шпак прервал победную серию Джигурды, которая насчитывала два поединка. Сперва эпатажный артист одолел депутата Виталия Милонова, затем он отправил в нокаут журналиста и телеведущего Атара Кушанашвили. В этом поединке Джигурду поддерживала бывшая балерина Анастасия Волочкова. В какой-то момент она требовала все остановить, пока актеры не покалечили. Пусть будет, там рот прикрой. Все остановить.